Похищение – это похищают детей. Всякие плохие Деда Мороза. Они будут обменивать потом на это все. Похитители в черной одежде. Похищают только вот бандиты, там враги. Похищение день людей они, конечно же, делают. Это, конечно же, играют. Потом рисуют, красят руки. Похитить могут банк, людей, которых много денег или вещей. Это когда просто забирают что-то. Или это когда похищают, когда неизвестно что-то. Кто украл это, кто убил это. Чтобы им легче жилось. Так они ничего не зарабатывают, ленивые же, сами грабят. Похитители плохие. Мне очень не нравится похищение. Я бы хотела подругу Лизу, она ходит в школу, сама взрослая. Я бы ее похитила, но я его скуку.